Все люди ищут счастья и удовольствия. Некоторые ищут его в деньгах, в друзьях, другие в книжках или в путешествиях. Но мы, как христиане, мы ищем и находим наше счастье в Иисусе Христе. Когда я приехала в эту школу, у меня были две цели. Это приблизиться к Богу и также приготовиться к миссионерству. В этой школе есть одна программа, называется Second Level, или второй уровень, в котором студент добровольно записывается, чтобы посвящать один час в день для общения с Богом. Также приходить на утренние молитвы с понедельника по пятницу. Я решила записаться в эту программу. Я собиралась на миссию в Украину, но однажды, когда я молилась, мне Бог открыл, чтобы я поехала в Канаду. И мне пришло очень большое желание, чтобы я поехала на миссию в Канаду. И мне предоставили SMBS поехать с группой. Первый раз в этой SMBS истории поехать в Торонто, Канада. Слава Богу. Также в этой школе приезжает очень много учителей, которые нас учат много истин и подготавливают нас к жизни, к миссии. Я не только научилась многому, но я также и поставила это, что я научилась практическую жизнь. Мы ходили по тюрьмах проповедовать, также на улицах проповедовать и помогать в homeless shelters. Я не только научилась, но я могла и послужить другим. Я хочу посвятить всю мою жизнь на миссионерство. Я не знаю, куда меня Бог поведет, но я знаю, когда, если я пойду за Божьей волей, у меня будет счастье и у меня будет удовольствие. Я хочу всех вас вдохновить, чтобы, если у вас есть это желание или возможность приезжать в библейскую школу, вы никогда не пожалеете. Также я хочу вас вдохновить, чтобы вы были чувствительны и открытые к Божьему Духу, потому что когда вы пойдете за Божьим планом, вы будете счастливее.